Босс Кремен Бахадура. Так называется книга о выдающемся борце и известном тренере, нашем земляке Сайлау Мукашеве. Ее презентация состоялась в Центре культуры и искусств имени Кадыра Мырзаали. В мероприятии памяти мастера спорта по вольной борьбе приняли участие его родные, близкие и последователи. В этой книге собраны материалы и воспоминания о значительной фигуре в спорте, о человеке, полностью посвятившем себя развитию вольной борьбы в регионе. В издании описаны заслуги и победы в спортивной карьере Сайлау Мукашева, его человеческие качества и тренерское мастерство. Первый наставник сильнейшего спортсмена – тренер Камеш Исмагулов. Увидев задатки и перспективы в юном спортсмене, он стал их развивать и подтягивать. В результате список успешных выступлений нашего земляка может поместиться не в одной, а в нескольких книгах. Причем за всю спортивную биографию Сайлау Мукашев ни разу не был вторым, говорят его сверстники. Он первый казах, который дважды стал победителем в турнире Али Алиева, который называют малым чемпионатом мира. Это одно из главных достижений борца. Дагестан – земля, где вольная борьба очень хорошо развита. И наш Сайлау там два раза стал победителем. С тех пор ни разу никто из казахов не побеждал в таком турнире. Он сам вспоминал свои бои и тренировки, где выходил на ковер с известными чемпионами и побеждал их. Сайлау Мукашева отличает особенная справедливость в бою, порядочность и стремление развивать спорт среди молодежи. Он родился борцом и победителем. И хотя он не был чемпионом международного уровня, но он побеждал многих чемпионов в обычных боях и на тренировках. Герой книги не был чемпионом Европы, мира или Олимпиад. Политика того времени не давала возможности перспективным казахам проявить себя на масштабных мероприятиях. К слову, Сайлау Мукашев запомнился не только спортивным рвением и силой воли. Он был отличным певцом и мастерски играл на домбре. Сайлау Мукашева отличает особенная справедливость в бою, порядочность и стремление развивать спорт среди молодежи. Он родился борцом и победителем. И хотя он не был чемпионом международного уровня, но он побеждал многих чемпионов в обычных боях и на тренировках. Нурлыбек Калаов – автор сборника, академик Академии педагогических наук республики. А Марат Тулеев – его родственник, который тоже внес большой вклад в сбор информации и выход книги в свет. Она издана тиражом в 200 экземпляров, но ее значение для спортивной жизни области велико, так считают присутствовавшие на презентации. Алмагуль Джампеисова, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.